Всем привет! У нас очередной обмен душ, и давайте посмотрим, кого нам предлагают поменять. Ну, из первого ряда у меня нету только Григориана, но тратить на него 10 пятизвездочных персонажей я не готов. Из второго Кристобаль, ну, такое. У меня Сирши нету и нету Людвига. Ну, блин, вы помните, как я за ним охотился, и, скорее всего, он будет выбран. Из нижнего ряда у меня отсутствует только Фалина. Но боюсь, что 20 героев я не набираю. И то, что Людвиг стоит всего 15, это очень хорошо. Выбираем. Собираем 15 героев. Это Грейс дубль, Каган дубль. Этот герой месяца вообще в огромном количестве присутствует. Так, Моракс, Абакашка регулярка. Сильвария. Торн, даже качать его не буду. Элканиан. 15 героев. Переходим. Выбираем героя для обмена. И получаем Людвига. Да, согласен. Есть! Ну, теперь только материалы для перерождения нужны. Все, Людвиг в ангаре. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся на следующих призывах обменах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!